сейчас все вы знаете наш ансамбль «Едина». Мы начали это произведение, которое так и называется «Бисмиллях Рахмани Рахим». Каждый мусульманин, каждый человек начинает с этих слов, свои дела, свою жизнь, свой день. Поскольку вот в начале было объявлено, что начинается наша встреча выступлением ансамбля «Едина», мне очень приятно представить наших девочек Эльмира Шарипова. Все время зовут, потому что она вышла замуж, уже родила двоих детей, сейчас опять вот вернулась в ансамбль. Поаплодируем ей. С нами. И я очень рада, что здесь такой хороший коллектив собрался, даже слушатели, если кому интересна сегодняшняя тема, и самое главное, наша поэтесса Назифа Каримова, потому что произведение, которое мы исполнили, оно звучит на русском языке, но это нам нужно, это получается новый жанр, который мы создали, потому что, чтобы все понимали, о чем мы поем в своих мусульманских произведениях музыкальных. И нас очень часто приглашают на православные праздники, и после этого подходят и говорят, а мы теперь знаем, что мы будем смеяться на уроке, потому что мы объявляем, говорим, что это слова, с которых начинает каждый человек свой день во имя Всевышнего Аллаха, милостивого и милосердного. И на татарском много языке мы исполняем. И второе произведение, которое мы сегодня для вас приготовили, оно о нашем, благословляет нашего пророка, Аллаху алейхи ассалям, Мухаммада ассаляту. А перевод этого произведения сделан Назифа Каримова. Вот она тоже здесь. Поаплодируем. Yeah.